рекомендуем предложить скан паспорта. Ну, вы какой-то документ можете предоставить с фотографией для скана? Для скана? Да. Хоть какой-то? Да. На основании чего? На основании внутрибанковских каких-то там... Они рекомендуют, но такого пункта нет. Принуждение к негодной сделке вне рамках договора. Ну, это же абсурд. Пакет документов показываем. Все равно не хотят разблокировать. Давайте можем посчитать. Вот раз, нет. Два... 20 документов я вам предъявляю. Хорошо. Разблокируйте Сбербанк онлайн. Писать претензию и обращаться в суд, и писать жалобу в прокуратуру и в Центральный банк. Я не физическое лицо. Я живой мужчина. Ну, что еще нужно? Карта-то работает. Я с нее деньги снимаю. Все ясно. Давайте и вам ясно, заявление. И вам ясно, и мне ясно.